В этом видео покажу, как же правильно почистить Viber, чтобы на нем не было никаких кешей, на нем не было никаких дополнительных трат памяти и так дальше. С вас лайки и подписка. Значит, смотрите, что нужно сделать. Когда вы заходите в Viber, вот вы, к примеру, на главной странице, вот попадаете в чат. В левом нижнем углу, в правом нижнем, у вас будет пункт «Еще». «Еще» и здесь нажимаем «Настройки». Вы попадаете в вот такое вот меню. Вам нужно сперва нажать «Учетная запись», «Резервное копирование», здесь «Резервное копирование», чтобы оно создавалось, чтобы если вы продадите телефон, на другой зайдете, нажмете, выберите свою почту, что и у вас все сохранится. Или же, если потеряете телефон, тоже можете резервным копированием все данные восстановить, только потом очищать память. Возвращаемся назад и ищем пункт, который называется «Память». Заходим в «Память», и здесь будут чаты, которые вам нужно будет удалить. Вот тут все удаляем, фотографии, видео, и потом нажимаем «Очистить кэш». Так вы очистите кэш, видите, очень быстро, легко, за парочку секунд у вас будет много-много памяти. Подпишись на канал, расскажи другу.